первую очередь ликвидировали два пешеходных перехода на кольце. Раньше человек переходил и сразу же попадал на остановку. Но по ГОСТам и правилам безопасности дорожного движения это не разрешено. Поэтому на кольце установили ограждение, а пешеходный переход теперь немного дальше. На этом участке дороги и пробок стало меньше. Кроме того, перенос остановки 5 и 400 маршрутов на 50 метров позволил сделать движение на площади безопаснее. Она смещена с перекрестка, потому что кольцо это является своеобразным перекрестком, где идут транспортные потоки с одной прилегающей улицы и с кольца. С целью упорядочения этих потоков сделано это перемещение. Но переходы удобны не для всех пешеходов. Для пожилых и маломобильных людей бордюры слишком высокие. Сейчас работы по приведению в соответствие указанного участка продолжаются. Осталось выполнить работы по понижению бортового камня на пересечении, где в районе рынка Чайка, больницы городской. Эти работы планируется завершить до конца текущего месяца. В департаменте транспорта уверены, после выполнения всех работ эта развязка станет одной из самых удобных и безопасных в городе. А следят за изменениями на севастопольских дорогах Юлия Бауськова, Елена Карнаухова и Дильвер Меджидов. Информационный канал Севастополя.